Ладно, вроде ветер утих, можно пейзаж поснимать. Сколько сейчас? 9 часов вечера. Кати пошла домой. Как-то вот, не знаю, так испортилась погода. Сейчас покажу, я так тепло одет. Смотрите, вырядилась в пальто. Ну, что-то, не знаю, испугалась. Что у меня, продумал, что ветер сильный, и так он ледяной. Нет, когда ходишь, конечно, тепло. Но когда я сюда пришла, мне было холодно. Сегодня новый день. Сегодня уже 18-е, наверное. Блин, дни летят невероятно. Вроде ничего не делаю. А дни летят просто. В общем, знаете, чем я занимаюсь? Я сегодня даже проворонила, сейчас про около 10-го. В общем, это всех сил занимаюсь. Это чтобы восстановить нивель Беуна. Ну, то есть мой уровень. Вот у меня так уже все хорошо получается. Сегодня там несколько упражнений вообще сама сделала без этого. Текст там на вопросы ответила. Нормально, хорошо восстанавливается в памяти. Нормально все. Так. И поэтому вот с утра сегодня встала в 8 утра. И этим занималась, и так дозанималась, что Марина мне позвонила, ты говоришь, где? О, а я смотрю, уже 9:30, блин, придется 30 минут только погулять. Вот так увлеклась, Вот. Ой, мне если что, вот надо, люди, так я такой упористый человек. О, если у меня вот какая-то идея в голову вобьется, все, я буду как параноик. Долбаться, но это такой вот у меня характер. Мне вот сейчас надо восстановить свой уровень былой, который был 6 лет назад. И я решила его восстановить. Ну, конечно, спасибо хейтерам. Большое вам спасибо, я скажу, что испанцы, они никогда не поправляют. Испанцы ничего не говорят. И как бы я, ну, расслабилась, и все. И башка отключилась, и я перестала следить за... Затем, как я говорю. А никто ничего не говорит, никто не поправляет. Ничего, как вот тут. Спасибо вам, дорогие мои хейтеры, что вы меня сподвигли. И я так довольна, просто я третий день уже занимаюсь. Я так собой довольна, просто невероятно собой. Довольна, особенно когда я там на тесты просто без проблем ответила. Это невероятно. А вон там далеко стоит подружечка моя. Так вам просто показываю. Очень тепло, жарко. Я вот в шортиках, видите. У меня уж так ноги хорошо загорели. Сейчас тебя покажу. Так, у меня уже ноги загорели, руки, лицо. Не знаю, почему-то, когда я это загораю, у меня как-то кожа лучше выглядит, чем когда она такая белая, не загоревшая. Так что я счастлива. Меня все устраивает. Меня моя жизнь все полностью устраивает. Я вам скажу, что живя в России, я даже и десятой части бы не представила и не мечтала бы о такой жизни. Какой я имею сейчас. Так. И какая я молодец. Потому что это же я сделала своими собственными руками. И это больше мне дает как бы уверенности в себе. Я ничего не боюсь. Ну, не будет работы в отеле, я пойду работать в семье. Что-то такого страшного. Нет.
Я очень довольна. Всем довольна. Солнышку довольна. То, что сейчас гуляю, довольна. Ладно. Такая у меня сегодня философская мысль напала на меня. Вон как бабушка резво занимается. Молодец. Вон тетеньки на нее смотрят. Вот молодец, какая бабулька. Хотя вот тут она не в свое время ходит. Такое делать нельзя, ну ладно. Но ей может потом жарко. Не будем зануть стоим. Муся у нас еще там не была. Чемоданки. Вот такой у нас Муся скалолаз. Ой, у нас люди, скандал с этой бельгийкой вообще продолжается. Теперь она нас обвинила в том, что мы на нее кидаем это... Как она называется? Господи, ну зачем это здесь вылезла? Вот, смотрите, она написала «Ола, буэнос диас, добрый день, Татьяна, тьенос, кедехар, детирар, пан». Должна прекратить кидать хлеб. Хотя я вообще не кидаю никакой хлеб. Тут весь дом уже кидает, не только я. Мы тогда шли с прогулки и видели вообще, что соседи вообще буханку чуть не целую выкинули на пол. Вот. Она, в общем, тут... какую-то карту в этом, ну, какое-то объявление, видимо, в лифте написано, я не видела. Типа, я тебе отправлю это объявление. То есть, больше не кидай, не делай эти вещи. Потому что, говорит, они садятся на машину и кричат. Они садятся на машину, кричат чайки, потому что у них это, этот сезон брачный. Причем тут хлеб вообще, дура какая-то. Так, проибиду, видите, написала? Эс, проибиду! Это запрещено! Вот, и вот псиге тендраке лямара ла полиция! Она в полицию позвонит. Скотина. Си сигес тендраке лямара полиция. Си сигес тендраке лямара полиция. Лос йенто. Сожалею, лос йенто. Пераси сон лас косас. Ну, так типа надо, ага. Пераси сон лас косас. Метете. И отра коса. Вестрас калинас. А, да, потому что ты кидаешь, Лёша, это, окурки. Она за окурками следит точно. Это я тоже видела, Лёша, что ты окурки вниз кидаешь. О, локалиста топе. Ой, прямо она как это переживает. Локалиста топе. И что? Вот представляете, люди, женщине вообще делать нечего. Она сидит весь день и следит за соседями. У нее точно кукушка поехала вообще. Смотрите, она нам уже ответ настрочила. О, сволочь, это Леша ей ответил. Она уже ответ, скотина, настрочила. Видно, нет? Вот какая же эта тварь бельгийка. Чего-то ей вот жалко, что ли, а? Прямо обосрали они все кругом. Так 8 лет живу, и все здесь обосрано ими. И у них брачный период сейчас. Они вдвоем сидят не потому, что они вдвоем жрать просят, а потому что это пареха, парочка. Вот они меня увидели и надеются. Они-то так смешно орали. Так это запрокидывают голову так и орут. Пока за камерой ходила, они перестали. Гадина настрочила еще, блин, столько писем.
В общем, ей Лёша ответила, потом я ей ответила. Я ей написала: не суй свой нос в чужие дела. Он взяла так грубо. Вот так. Нахер. Ну, везде это мне. Ворот. Нет уж, я не буду вам ничего кидать, потому что она фотку сделает. Грозится, что в полицию он нас натравит. Вон они орут. На той крыше тоже орут. Так это что, я тоже виновата, что ли, что они... Она написала, что я виновата, что они так орут. Так у них брачный сезон. Вот они и орут. При чем вообще тут я? И при чем тут? А завтра нам можно будет... Завтра можно будет уже гулять. Еще когда же разрешат купаться-то, блин. А из 19 числа завтрашнего дня начнут уже всем пособие выплачивать. Всем всем, кто потерял работу, всем будут с завтрашнего дня выплачивать пособие. Вот такое мы сегодня узнали.